В детской поликлинике на Кочетово после ремонта открылся лор-кабинет. Это важно тем, что теперь пациенты смогут проходить первичную диагностику именно здесь, не отправляясь в стационар. Чтобы провести полную диагностику и сделать эндоскопию, раньше больных детей направляли в областную больницу или вообще в Санкт-Петербург. Это могло занять несколько дней. Теперь же все можно сделать прямо на месте, не выходя из кабинета. Маленькие пациенты и их родители экономят время, врачи, силы. На новом оборудовании работать удобнее, да и все под рукой. Сейчас мы можем, в принципе, посмотреть полость носа и носоглотки более раннего, детям более раннего возраста. Очень помогает при удалении инородных тел. То есть если ребенок запихал в себе в нос несколько каких-то предметов, и у нас остались сомнения, все ли мы до конца вытащили, мы можем посмотреть теперь, свободна ли носоглотка, все ли мы убрали. Также появился лор-комбайн для осмотра пациентов и базовых медицинских манипуляций, вроде промывания ушей и миндалин. А прямо за стеной расположилась аудиометрическая комната со звукоизоляцией. Здесь пациентам проверяют слух. Ежедневно лор принимает порядка 40 детей. Новое оборудование было просто необходимо. Поставить диагноз стало намного проще. Теперь в поликлинику требуются молодые специалисты лор-отделения.